Всем привет, вы снова на канале Любимая Еда. Не только в магазине Фикс Прайс смотрим новинки. Видите, такие кувшины. Объем 1,5 литра. Стеклянный. Крышка пластиковая. Так, цвета. Зеленые, голубые, оранжевые, фиолетовые. Есть такая вот бутылка стеклянная. Так, бутылка стеклянная. В трех цветах. Крышка вот так вот закрывается. Идем дальше. Тарелка глубокая, 17 сантиметров. От Kitchen. Вижу только в одном цвете. Вижу еще новинку. Контейнер биоразлагаемый, пищевой, герметичный. Литр 400. Вся информация перед вами. Закупорен. Так, цвета такие болотные, бежевый и серо-голубой. Здесь такая вот еще штука. Контейнер складной от Kitchen. 550 миллилитров. 149 рублей цена. В двух цветах. Набор контейнеров. Три штуки. 0,3, 0,55 и 1,1 литра. Цена 77 рублей. Контейнер с замком по 149 рублей. Вот такой вот. С крышкой. 1,82 литра. Это круглый. Есть еще прямоугольный. Воронка для варенья вот такая вот. Ценника нет. Идет в двух цветах. Салатовый и красный. Набор контейнеров. Две штуки для варки яиц. Цена 77 рублей. Контейнер-минажница. Такая вот новинка. Четыре секции. Так, глубокие секции манежницы идеально подойдут для подачи закусок, салатов, ягод и конфет. Такая вот новинка. Цена 249 рублей. Салатовый и бледно-розовый цвет. Такой набор контейнеров. Четыре штуки. 99 рублей. Пакетики для льда с гидроклапаном. Так, 9 листов, 252 шарика. Вот такой вот. Такая вот новинка. Туристический органайзер вот такой вот. В комплект входит два дозатора по 45 миллилитров, зеркало и гребень. Так вот, вот это все выглядит. В каком вот тубусе. Цвета розовые и голубые. Очки.
Так, кусачки для ногтей вот такие вот маленькие. В двух цветах. Такая вот сумка-сетка на ручках. Здесь закрывается на кнопку. Сетка такая достаточно толстая. Состав ПВХ, полиэстер, сталь. Ну, сталь — это кнопка, это, наверное. Так, цвет серый. Еще есть желтый, такой вот ярко-ярко желтый. И темно-темно-синий. Сумка вот такая вот есть. Так, наверное, 199 рублей. Она запечатана на цепочке. Цвета разные. Ну, вот есть распечатано. Сейчас посмотрим. Вот такая вот цепочка. На кнопке. Посмотрим, что там внутри. Одно отделение. Вот так вот выглядит внутри. Такая вот сумка. Косметичка вот такая вот прозрачная. На молнии. Тоже, наверное, 199 рублей. Ну, в одном дизайне вижу. Сумка велосипедная вот такая. На ручке. На молнии. $199 рублей, наверное, стоит. Кошелек такой вот запечатанный. С разными животными. $199 рублей. Есть еще такие кошельки. Тоже по $199 рублей. На молнии. Попробую открыть. Одной рукой неудобно. Вот так выглядит внутри. Несколько отделений. Это для мелочи и для крупных купюр. В общем, вот такие вот кошелечки. Разные. Все они по $199 рублей. Светильник-ночник светодиодный вот такой вот. Так, что тут у нас? Батарейки 3 в комплекте. Написано. В комплекте. Такой вот единорог. С кошечкой. Такой вот космический, розовый есть. Такой вот кит. В общем, на любой вкус. Увлажнитель воздуха. Так. Длина кабеля 100 сантиметров. Можно подсоединить к ноутбуку. Цена 199 рублей. С подсветкой. Распылитель пол-литра, 77 рублей. Вот такие вот, такой необычной формы. В трех цветах. Так, разные маски тут. Тканевая сплэш-маска. Брокколи, ягоды годжи. Папайя, ревень.
голубика. В общем, очень много масок. По 77, по 99, по 55. Разные маски. Тканевая маска. Так, термальное увлажнение, гиалуроновый баланс, лифтинг, омоложение и так далее. Все заснять не смогу, вот так вот покажу. Их очень-очень много. Краска для волос такая вот по 77 рублей. Темно-русый, молоко, шоколад, горячий шоколад, разные оттенки. Сейчас покажу поближе информацию. Такие вот маски. Так, набор блесен 6 штук с остальным платком. 199 рублей. Набор приманок по 77 рублей. 15 штук. Ну, это набор для зимней рыбалки. 199 рублей. Одна лодка желтого цвета. Так, леска плетеная. Вот такая вот. Все, дорогие друзья, на этом заканчиваю обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.